За рулем тяжелой техники Анвар Рамазанов почти 20 лет. В этом году пересел на машину поменьше и поманевреннее. Чистит тротуары от снега. Обычно тротуары вот это хорошо чистим. Оно потому что маленькое. Везде это пролазит. Раньше на катках, в общем, работал. Вот, на бульдозерах. На уборку города в минувшую ночь было мобилизовано порядка 200 единиц техники. Более 70 самосвалов вывезли почти 2000 тонн снега на полигоны. Дорожники трудятся в круглосуточном режиме. На ночную смену рабочие выходят в 8 часов вечера и работают до 8 утра. Этой ночью по самарским улицам курсировал специальный автопоезд. Колонна из 5 машин расчистила городские магистрали от снежного покрова. Особое внимание уделили обочине. Особое внимание уделяют также приведению в порядок тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок, подъездов и подходов к социальным учреждениям. Самарцы старания городских служб замечают и благодарят за усиленную работу. Его не так много выпало, чтобы как бы какая-то проблема из этого я увидел. Я не вижу проблемы, что его как бы не успевают убирать. Проблем я никаких не вижу с уборкой. Идем, тут работает оборудование. Приятно. Завтра утром люди пойдут по чистой дороге. В ближайшее время служба благоустройства и подрядчики продолжат уборку снега в усиленном режиме. А сразу после этого обработают тротуары антигололедными средствами. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.